Поле сухое, не забывай. Опа, арбузик покатился. Опа. Чтоб все честно было. Слабо. Хотя неплохо, может быть. Мне закрытый путь. Опа, это заявка. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот чуть-чуть бильярдика нет? Можно было, да. Ну да. Смотри-ка, арбузами обложил. Моя точка на рынке. Ну. Ну смотри, я сейчас свой бью и туда. А или в твой бью. Моя точка на рынке бьет. Ты смотри, он все подкатил туда. Ну вот сейчас. Ну да, неплохо, кстати. Опа. Да, Антоха профессиональный просто керлингист. На зимней Олимпиаде, он на зимней Олимпиаде только керлинг смотрит. Я же в детстве играл. Ну что так слабо, блин? Ужас. Нормально. Опа. Опа, да. Опа. Ага. 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 Да. Смотри, как ты его. Смотри, как ты его подвинул, хорошо. Слишком слабо, наверное. Фантастика! Федор Смолов! Начал как мастера? Во-во-во, полегче. Ты смотри на него. Получается, он может выбить его, да? Да. Так же. Ой. Тебя сейчас охранять надо свой, как бы, и все, по логике. Опять что не попал? Он скатывается еще. Так. Спасибо, Федя. Ну все, смотри, сейчас я одним бью, два твоих выбиваю. И твой остается, да? Да. Победили арбузы.